В случае из практики клиент обратился с жалобой на вот такую штучку, которая в какой-то момент просто появилась. Очень интересно и ничего не понятно. А здесь наглядная демонстрация того, что инструмент точно должен быть хорошо заточен. А это кусачки, которые уже подустали и затупились, и по какой-то причине девчонки не отнесли их затачиваться. Хотя у нас есть своя заточка, и, конечно, я отругала немножко мастера, потому что нужно не экономить силы заточника, а относить инструмент вовремя. Потому что, как вы видите, срез сухой кожи происходит достаточно сложно, то есть прям реально было неудобно. Я видела это и понимала, что нужно срочно заменить кусачки. Поэтому пока она обрабатывала все алмазной, ой, точнее, твердосплавной фрезой, здесь у нас ТВС-ка от Биотек, я успела сбегать за новыми хорошо заточенными кусачками, потому что внутри нас будет ждать сюрприз. Поэтому не переключайтесь, а смотрите прямо сейчас. Вот что произошло, когда мы коснулись этой непонятной штучки кусачками. В общем, клиентка сама не помнит, что конкретно там было, но где-то в течение месяца у нее есть дискомфорт, очень неприятное ощущение и даже побаливает и простреливает слегонца. Ну, по крайней мере, так она нам сказала. Я осмелюсь предположить, что, скорее всего, что-то попало, может быть, какая-то небольшая заноска, песчинка, стеклышко, камушек. В общем, что-то было инородное, и в итоге пошло воспаление. Образовался гной, и мы все промыли, прочистили. Это мы капаем перекись, там есть небольшая дырочка, поэтому мы обязательно наложим повязку и будем ждать, когда все восстановится. Конечно, болевые ощущения сразу же прошли, стало намного легче, и теперь нам остается просто немного ждать и рекомендации, чтобы клиент вот в это время не ходил в открытой обуви. И, конечно, сегодня ноги не мочить. На этом у меня все. С вами была Алена. Пишите в комментариях, бывали ли у вас такие случаи, когда вроде что-то типа сухой мозоли, начинаешь зачищать, вскрываешь, а там сюрпризики. Мы, кстати, фиксируем все специальным пластырем, который вообще не слетит. Это очень важный нюанс, потому что если заклеить обычным, он достаточно быстро отваливается, особенно в обуви. А нам нужно, чтобы все точно было защищено и точно было чистым, потому что клиентка пришла в открытой обуви, и я обязательно дала ей рекомендацию, чтобы пока какое-то время обувь была закрытой, потому что нам нужно сделать так, чтобы пальчик подзажил и подуспокоился. Вот такой итоговый результат у нас получился.